кого человека последний путь, надо попросить прощения и простить того, кого мы провожаем последний путь. У Рахмакада Боша Дядмишуа Карахмин, он никогда никого не обижал. Но мы это делаем, потому что этого закон требует. Если вдруг Дядмишуа Карахмин нечаянно вас обидел, давайте мы его простим. Мехелодорим, мехелодорим, мехелодорим. И пусть Дядмиша тоже нас простит, если вдруг мы его чем-то обидели. Всем вам огромное спасибо, кто сегодня с нами. Авдейшон Мэйшон Соло Шобарекиптера. Амадон Бабрахобо, что вам спасибо всем.